Лето, насекомые, укусы комаров и мошек не только неприятны, но и болезненны. Столица Чувашии уже четвертый год проводит дезинсекцию от кровососущих насекомых в местах отдыха чебоксарцев. В городских парках и скверах можно гулять до поздней ночи. Их территорию уже обработали специалисты. С наступлением пляжного сезона очистки подверглись и зоны для купания. Всего комаров уничтожили на площади около 680 тысяч квадратных метров. Дезинсекторы используют специальные средства, которые безвредны для людей и животных. Как отмечают в управлении ЖКХ благоустройства, разовой обработки достаточно на весь сезон. Но уничтожить насекомых на 100% невозможно. Комары летят на расстояние до 3,5-4 километров. И если кто-то не травит, может быть, где-то, конечно, образуются вот такие объекты, где заново вылупляются. И на тех объектах, которые мы обработали, к нам вопросов не было. Однако столичная администрация отвечает только за внешнее благоустройство, то есть за уничтожение комаров в общественных местах. В подвалах жилых домов, например, их должны травить управляющие компании. Причем желательно делать это всем в одно время. При желании любая управляющая компания может также включить в свой план мероприятий вот эти выполнения вышеназванных санитарно-профилактических мероприятий. Непосредственно даже во дворе могут. Но это уже они, нужно в жилфонд обращаться, и там уже подскажут, как им дальше действовать. Специалисты управления ЖКХ и благоустройства держат комариный вопрос на контроле и отмечают, при необходимости готовы провести повторную дезинсекцию.